Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная. И в этом видео мы посмотрим с вами ожидание реальность двух платьев с китайского магазина tosave.com. Итак, поехали. Одним платьем я довольна, но мне пришлось его переделывать, а второе платье, к сожалению, мне крайне не понравилось. Итак, давайте начнем с хорошего, с того платья, которое мне понравилось. Итак, это длинное белое платье, почти что до ваших пяточек. Все ссылки будут, как всегда, внизу в описании. И на модели выглядело следующим образом. Хорошо сидит, но подразумевает то, что размер вашей груди, несмотря на размер вашего тела, должен быть существенно больше. То есть в моем случае, даже имея размер тела S, нужно, чтобы грудь была, ну я даже не могу представить какого размера, к сожалению, в моей комплекции тела этого не предусмотрено. Поэтому пришлось немножечко покреативить и посадить это платье на себя. Что было сделано? Я убрала примерно по 20-21 сантиметру с каждой лямки, я их сама перешивала, обрезала, и так как в груди все равно оставалось очень много свободной ткани, я решила закрепить свободные кусочки вот таким вот образом в этой части лифа, то есть с одной стороны и точно так же с другой стороны, потому что платье мне понравилось, оно хорошо сделано, оно очень интересного кроя, и мне нравится его летняя расцветка, поэтому отправлять его куда-то в дальний ящик не хотелось, и пришлось немножечко порукоделить. Как это платье выглядит на мне, я думаю, вы уже посмотрели на вставленных кадрах, ну или во всяком случае я вставлю их куда-то сюда, слава богу, мы урвали один теплый день лета. И единственный минус этого платья то, что оно без подкладки и в результате сильно просвечивается. Я думаю, что под него, скорее всего, подойдет бежевое белье, максимально бежевое, самое нейтральное, потому что даже белое нижнее белье видно. А лиф сделан из двойного слоя этой ткани, поэтому лиф не просвечивается, здесь можно быть абсолютно спокойным. Так что, в принципе, платье годное, низ нигде ничего не нужно ни обрезать, ни ушивать, по росту все прекрасно. Мне нравится модель такой расклешенной юбки, и каких-то вопиющих ниток, торчащих здесь тоже не было. Поэтому чуть-чуть креатива рукоделия и правильно подобранное нижнее белье, и все будет прекрасно. Также к платью были заказаны солнечные очки, очень необычной модели, в связи с тем, что вот эта часть идет прямой. Все бы ничего, но есть два момента. Очки стоят очень бюджетно, и что хорошо, что плохо. Да, хорошо, что у них очень большие линзы. Это прекрасно, потому что и обзор у вас достаточно широкий, и при этом лучи солнца, которые попадают с боковины, они все-таки не режут ваши глазки, и очки действительно хорошо от них защищают. Но на моем лице они выглядят крайне большими, как мне кажется. Хотя, опять же, для отдыха, например, на пляже, на природе, короче, там, где вы должны просто лежать лицом к солнцу, мне кажется, это один из лучших вариантов. Ну, конечно, не забывает о солнечной защите, на все остальное, а то будет очень странный силуэт. На носу сидят отлично, не спадают, это хорошо, это прекрасно, не все очки такого стандартного кроя могут этим похвастаться. И вот эта вот прямая линия, она достаточно резкая, то есть не скажу, что это тренд, вряд ли. Так что вот это вот момент на любителя. И еще один момент, который стоит учесть, здесь очень странные стекла. С одной стороны, они в принципе неплохие, они не искажают пространство, и после них голова не болит, но в то же время, если посмотреть на солнце, на блики, можно видеть
вот эти, как я их называю, бензинные разводы. Это не видно, если смотреть именно в саму оправу, когда она у вас на лице, но это заметно, если смотреть на очки под каким-то вот таким вот, ну, углом и определенным падением света. Опять же, для кого-то критично, для кого-то нет. И второе платье, которое абсолютно, на мой взгляд, не соответствует ожиданию, это вот такое вот длинное платье в пол с пионами и вообще в такой очень странной синей вырвиглазной расцветке. Это платье мне не понравилось по куче критериев, даже не знаю, честно говоря, с чего начать. И, конечно же, я вставлю кадры того, как это платье на мне сидит. Начнем с того, что оно бесформенное. То есть, чтобы подчеркнуть, если у вас есть талия и какие-то другие причины и места, вам нужно либо что-то ушивать, причем так глобально, не просто двумя стежками, как в предыдущем, а именно, может быть, в ателье отдавать или еще куда-то. Дальше, качество ткани. Если в предыдущем платье ткань хоть полиэстер, но он довольно-таки плотный и не дико-дико синтетический, то вот здесь как раз-таки такая ситуация. Это абсолютная синтетика, то есть летом в нем будет очень-очень жарко, и несмотря на то, что она здесь сделана в один слой, очень-очень тонкий, все равно вы будете потеть, и это будет вообще не круто. Она абсолютно не дышащая. Так что чуть ветерок подует, вы замерзнете, и чуть будет жарко, то вы сопреете и обольете семью ручьями. Рукава здесь сделаны 3/4, что, на мой взгляд, именно в этом платье крайне неудачно и выглядит не очень, как будто обрезано, потому что они не плотно прилегают к тонкой ручке, это все-таки размер S. Как правило, у эсок руки не толстые, если только они не подкачанные. И, как я уже говорила, само платье из так себе ткани, поэтому что приталить оно не может, что, ну, вот как-то вообще выглядит, вот, как мне сказал муж, как будто из очень старого бабушкиного сундука, и я с ним, в принципе, здесь полностью согласна. Я даже не знаю, как определить дальнейшую судьбу этого платья, потому что его даже кому-то отдавать очень стрёмненько. Единственное, что хорошо, оно хорошо прошито, то есть все швы, все прекрасно, ниточек никаких не торчит. На мой рост это платье длинновато, и подол, если что, придется, скорее всего, ушивать, ну, если, конечно, у вас у самой там не 2 метра роста. На модель оно выглядело намного богаче и интереснее, потому что ткань совершенно не похожа на вот эту вот дешевую, тонкую китайскую полиэстеровую штуку. На модели ткань выглядит, как будто это что-то очень плотное, наподобие там какой-нибудь джерси или просто такого очень хорошего трикотажа. И в итоге платье сидит благородно, и на даже глядя на расцветку, можно сказать, что да, вот это классное платье. А здесь ты видишь, насколько это дешево, халатоподобно и не круто, поэтому, увы и ах, именно это платье меня очень разочаровало. А вот такое было видео, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам было интересно посмотреть на ожидания реальность. И если это так, не забудьте поставить свой лайк, подписывайтесь на канал, если вам интересны мои видео, и до новых встреч, пока-пока!